Человек, занимающийся спортом, сильный человек, физически сильный, ему незачем издеваться или отрываться на том, кто слабже его. Тем самым это говорит о его уже духовном развитии. Помимо физической силы, конечно же, он растит человека духовно, дух укрепляется у человека. Человек дух. Но до этого, значит, шла такая программа. С середины, с конца 80-х стыдили. Русские во всем виноваты. Кто-то называет русских людьми второго сорта. И некоторые даже задумались, русские ли они. Им даже стало хорошо, что их национальности не стоит в паспортах. Культура любой народности всегда идет от сердца. И чтобы передать традиции потомкам, провести связь от своих предков до своих потомков. Это называется культурой. Это есть культура. Сбрасывать камни. Время приходит собирать камни. Если мы этого сейчас не начнем делать, мы упустим будущее поколение. И чтобы всем хватало хлеба, и светлый праздник пива с медом, ясный сокол видел с неба, чтобы мы водили хороводы, и чтобы всем хватало хлеба. Рассекает вечную тьму. Одинокий волен, волчий шкуре воин, рассекает вечную тьму.